Госдума приняла в третьем чтении проект нового федерального бюджета на ближайшие 3 года. Главный финансовый документ страны остается социально ориентированным. Увеличили расходы на здравоохранение. Финансирование выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. Одновременно предусматриваются 90 миллиардов на первичное звено здравоохранения, что особенно актуально на фоне борьбы с коронавирусом. Увеличены средства на социальную политику. Профинансирован будет каждый пункт послания президента. Это и обеспечение школьников горячим питанием, и доплаты классным руководителям, и выплаты на детей от 3 до 7 лет. Также заложили средства на помощь регионам, которые оказались в трудной экономической ситуации. Субъектам федерации увеличили срок предоставления бюджетного кредита. Это позволит регионам не брать в долг у коммерческих банков под высокие проценты для исполнения своих обязательств.